Башкирский народный обрядовый праздник Кукушкинчай пришел из глубины веков. Массовыми гуляниями предки башкир встречали лето. А почему он называется Кукушкинчай, теперь знают и воспитанники профильного лагеря гимназии. Наши предки считали, что кукушка – это священная птица, и она приносит богатство. Первый раз на таком празднике, но мне нравится. Ну, а как тут может не понравиться? Национальные гуляния проходят в духе любимых детских развлечений – с играми, конкурсами и танцами. И те, кто не первый год приходят в лагерь, уже хорошо знакомы с историей праздника. А новенькие ребята быстро проникаются происходящим. У нас каждый год в гимназии работает профильный лагерь «Яйляу», где дети знакомятся с обычаями, традициями башкирского народа дополнительно. Мы работаем по республиканской программе, которую разработала известная личность в республике Мария Буракаева. Я, в свою очередь, считаю, что такие совместные мероприятия воспитывают в детях дружбу, коллективизм и чувство толерантности. К организации национального праздника подключились представители Нефтекамского Курултая. Они делились с детьми своими знаниями о традициях предков. Раньше же башкиры были язычниками. И давали, вот они верили тотемам, тангре, и зверям, птицам, камням. И вот одна из поверий, вот кукушка была, если они кукушку накормят, то будет благодать лето, то есть будет урожай хороший. Но все сыты, довольны будут. Дети узнавали новые обряды, игры и приветствовали кукушку в уютном башкирском дворике гимназии весельем от души. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.